Средняя стоимость аренды квартиры в Уфе с начала года снизилась на 5% с 19 до 18 тысяч рублей в месяц. Такую статистику предоставили аналитики сервиса «Авито Недвижимость». Наиболее существенный откат цен на 10% отмечается в Санкт-Петербурге. После снижения арендная ставка составляет в среднем 25 тысяч рублей. На втором месте по динамике Екатеринбург 9%, на третьей строчке Волгоград. Уфа расположилась на 6-й позиции. Эксперты рынка недвижимости отмечают, в ближайшее время роста стоимости аренды не будет по причине сезонного фактора. В мае будет, соответственно, традиционный сезонный спад спроса. Май, июнь, июль и до середины августа. Ну, людей будет мало, чемоданное настроение, у кого есть деньги в отпуске, у кого нет деньги в деревне. Контракты на работу заканчиваются, студенты уезжают. Соответственно, в эти три месяца стоимость квартир будет еще ниже. Ну, не сильно, процентов на 5%. Потом, в середине августа, кто у нас приедет? Какие-то работники и первокурсники. Единственное, на что они повлияют, они вернут вот эти 5%, которые упадут сейчас. Отмечу, средняя стоимость аренды квартиры в мегаполисах с начала года не изменилась и составляет 25 тысяч рублей в месяц. Снижение наблюдается не во всех городах-миллионниках, а лишь в половине из них.